выходит в своей компании из 5-6 человек в центр зала, чтобы прогуляться по замечательному саду живых цветов. На первый взгляд, вам может показаться, что в саду нет ничего живого. Однако, чтобы увидеть его движение, необходимо это движение почувствовать своим телом. Как только мы зайдем в сад, все, что мы увидим, например, беседку, клумбу, скамейку, это нужно будет изобразить всей группой, посмотрите, что жизнь в вашем значимом крае, и постарайтесь повторить это. Мы видим, что 10 класс уже почти готов. Что насчет остальных? Задание изобразить то, что на картинке. Я думаю, что все справились, какие удивительные фигуры. Дальше меняемся, следующая картинка. Итак, что же мы видим на картине? Шут и девушку играют в настольную игру в шахматы. Я вижу, что у всех идеально получилось. Почти идеально. Мы продолжаем. И еще интереснее, что же здесь изображено. Напоминает фонтан. Я тоже так думаю, что делаю. Вода из фонтана. Я уже вижу это, я уже вижу, что у них не получается. Что же будет на этот раз? Oh!